Здравствуйте, в эфире новости Дагестана, я Фатима Буталибова, и вот главные темы дня. Мошенники в сети. Как противостоять киберпреступности, обсудили участники круглого стола в правовой академии. Первый специальный центр психологической поддержки подростков. О чем еще говорили на пресс-конференции с журналистами, чиновники и Минобразования, смотрите в выпуске. Туристические маршруты должны быть комфортными и безопасными. Вопросы улучшения сервиса в набирающие обороты туриндустрии региона обсуждали на заседании правительства республики. Интернет-мошенничество. Никто не застрахован. В правовой академии прошел круглый стол на тему «Борьба с киберпреступностью в условиях развития цифрового общества». Организаторы отметили, что это не первое мероприятие на заданную тему. В Дагестане проводится большая работа по информированию общества. Сегодняшний круглый стол, посвященный киберпреступности, является не первым опытом, так как мы уже практиковались по данной тематике. И сегодняшняя тематика связана с преступностью в связи с тем, что 21 век характеризуется веком информационных технологий, и подрастающее поколение непосредственно связано с вычислительной техникой и сталкивается с данной проблемой. И как раз таки в рамках круглого стола сегодняшнего мы будем обсуждать проблемы, предлагать какие-то идеи и пути решения данной проблемы с, соответственно, приглашенными гостями на пленарном заседании. По данным официальной статистики, случаи мошенничества в сети возросли более чем на 20%. В связи с пандемией и изоляцией злоумышленники освоили сетевое пространство, промышляя аферами в банковской системе и виртуальной торговле с запрещенными препаратами. Это киберпреступления, которые совершаются в сфере незаконного оборота наркотиков. Структура наркорынка сегодня претерпела также изменения в сторону вытеснения традиционных наркотиков растительного происхождения, а высококонцентрированными препаратами синтетического происхождения. То есть это те наркотические средства, которые изготавливаются в лабораторных условиях. 800 тысяч рублей перевела мошеннику жительница Избербаша. В соцсетях молодой мужчина разместил информацию о сборе денег для больного ребенка. Якобы его дочери требовалась дорогостоящая операция за пределами региона. Получив крупную сумму от женщины, злоумышленник перестал выходить на связь. Так потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Этот мошенник, с ее слов, разместил на страничке в Фейсбуке объявление о сборе денежных средств для больного ребенка. Якобы ребенку нужна операция от онкологической какой-то болезни в городе Москве. При этом сумма, которая необходима была на лечение ребенка, составила 2,5 миллиона рублей. Что убедило потерпевшую в искренних намерениях этого мошенника, это то, что он выставил фотографию ребенка больного, листы больничные с диагнозом болезни, а также свою фотографию якобы сотрудника полиции. Мошенником оказался 27-летний житель Магарамкентского района, ранее неоднократно судимый. Мужчина в содеянном сознался. Выяснилось, что подобным образом он обманул еще нескольких человек. В общей сложности на 1,5 миллиона рублей. В Дагестане создают специальный центр психологической поддержки подростков. Об этом стало известно на пресс-конференции представителей Министерства образования республики. На встрече с представителями республиканских СМИ был озвучен ряд проблемных вопросов, появившихся после печальных событий в Махачкалинской 51-й школе. Продолжение темы сюжет Асель Манаповой. В том случае, когда ребенок ударил ножом, он был определен как трудный ребенок. Кто это определил? Кто конкретно с ним работал? Эти вопросы сейчас волнуют всех, кто слышал о трагедии, которая недавно произошла в 51-м лицее Махачкалы. По мнению Яхим Бучаева, создание организации Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи подросткам станет важнейшим решением проблем с трудными школьниками. Как выяснилось, в нашей республике в числе единственных двух субъектов, где такой центр отсутствует. Такой ППМС-центр будет у нас создан на базе нашего центра социально-трудовой профессиональной трудовой адаптации имени Муртузалиева и подведомственного учреждения Министерства образования и науки Республики Дагестан. Это ключевой момент. В этом ППМС-центре будет создан отдел, который будет заниматься психолого-педагогической помощью подросткам, которые имеют такие отклонения в своем поведении.
рамках центра будет составлен единый регламент внутришкольного учета, который позволит на ранних этапах выявлять детей с асоциальным поведением. Министерством будет разработана и единая аттестация для всех руководителей общеобразовательных учреждений республики. Действительно, надо создать специальные некие комиссии, которые готовы провести некое обучение и среди педагогов-психологов для готовности работать в экстремальных ситуациях, в ситуациях, когда надо экстренно реагировать на произошедшие обстоятельства. А также работу вести профилактическую. И вот этот республиканский центр, раньше уже была такая идея о том, что он необходим, поскольку у нас в регионах такие центры есть на республиканском уровне. И действительно работать именно с трудными подростками, таких детей ведь очень много. После трагической ситуации в 51-й школе в стрессовом состоянии находятся как дети, так и их родители, отмечает Аида Муталимова. Силами школьник-психологов была создана группа в составе 6 человек, которая работает с людьми как в индивидуальном, так и групповом порядке. Педагоги и психологи стараются способствовать воспитанию детей. Но в этом процессе первостепенно участие самих родителей, повторяют специалисты. Родители, конечно, разные. Ребенка можно сразу увидеть, даже только он начал ножками ходить, а его видно. Ребенок, которым занимаются и которым не занимаются. Это очевидные вещи, насколько он развит, ведет себя поведенчески и прочее. Да. К сожалению, ну, такое у нас присутствует. Да. Тут, опять же, я говорю, родители не перевоспитали, но степень ответственности родителей, а те какими способами, она должна быть. На сегодняшний день на внутришкольном учете Махачкалы состоят 314 учащихся. С такими ребятами более тщательно будут работать специалисты нового центра. Однако педагоги надеются, что и родители не останутся в стороне от воспитательного процесса. Асель Манапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. В Дагестане проведут реконструкцию более 50 участков дорог, ведущих к туристическим объектам. Об этом стало известно на совещании республиканского правительства, где обсуждались вопросы развития туриндустрии региона. Турпоток заметно увеличился, и это требует соответствующего подхода к вопросам обеспечения качественного сервиса и условий проживания гостей республики. Как отметил профильный министр, работа в этом направлении ведется. За 9 месяцев турпоток в республику составил 970 тысяч человек, что на 51% больше, чем за тот же период в 2020 году. Согласно данным Дагстата, за 9 месяцев 2021 года объем услуг туристской индустрии, произведенных в регионе, составил 3 миллиарда 973 миллиона рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Число занятых в сфере туризма возросло до 10 178 человек. В РИО главы правительства Абдулфатах Амирханов дал ряд поручений по подготовке республики к участию во всероссийском ежегодном конкурсе «Ростуризма», победители которого получат дополнительную финансовую поддержку от государства. На федеральной автодороге специалисты Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрели около сотни большегрузов сельхозпродукции. Были выявлены нарушения законодательства в области карантина растений. В их числе транспортировка без сопроводительных документов, несоблюдение температурного режима, а также вывоз и ввоз растениеводческой продукции с неустановленным фитосанитарным статусом. Рейдовые проверки проводятся с целью предотвращения ввоза в Дагестан и вывоза из республики под карантинной продукции, не соответствующей карантинным фитосанитарным требованиям. Особое внимание уделяется исполнению указов президента Российской Федерации за номером 560 от 06.08.2014 года и за номером 391 от 31.07.2015 года по выявлению санкционной продукции. Имеются случаи ввоза в республику зерновых культур из других регионов без установления их фитосанитарного состояния и без документов. Из республики вывозят плодовочную продукцию, томаты без карантинных сертификатов, что является грубым нарушением требований закона о карантине растений. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Отметим, что такие рейдовые мероприятия будут продолжены на различных участках федеральной дороги. Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди вместе с супругой Айной Гамзатовой приняли участие во всероссийской переписи населения. 15 сентября 59-го года. Место рождения Республика Дагестан. Битовский район, селение Верхний Мхо. Всероссийская перепись проводится один раз в 10 лет. Она продлится до 15 ноября текущего года. В настоящее время в ней приняли участие более 5 миллионов россиян. Как отмечают организаторы, полученные данные помогут государству принимать более эффективные решения в социальной сфере.
Новый день, новая улица. Во дворах Махачкалы каждый вечер проходят праздничные мавлиды. Духовно-просветительские мероприятия посвящены месяцу рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение. На одном из таких мероприятий побывал наш корреспондент Карим Даниев. Ему слово. Дворовый мавлид вызывает интерес и притягивает к себе внимание. На этот раз мероприятие проходит на улице Магидова. Жители ближайших домов, услышав чтение нашидов, собираются семьями и присоединяются к празднику. То, что во дворах делаются такие мажлисы, такие мероприятия, посвященные пророку Мухаммаду, это особый знак любви дагестанцев к нашему пророку, посланнику Божию. Народу это нравится, люди объединяются вокруг этих духовных ценностей. Я думал, это только нужно приветствовать. То, что такое мероприятие провели, это большой плюс для района и для всего, и для молодежи, чтобы они видели какое-то хорошее деяние. Это. Я думаю, польза будет от этого. Хотя бы на чуть уже лучше станет наша молодежь. Мавлиды во дворах Махачкалы уже стали доброй традицией. Каждый год на протяжении месяца рождения пророка, мир ему, в столице проходят духовно-просветительские мероприятия. Постоянным их участником является известный исполнитель нашидов Хадис Сабиев. Мы именно в Рабиуль-Авваль месяц делаем мероприятие, месяц, когда родился пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Основное, мы рассказываем его жизнь и описание, так как это и есть первая задача, чтобы любили пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Если его будут любить, его нравы обязательно будут изучать. Мероприятие организовывают по просьбам жильцов. С каждым годом заявок становится все больше. В последующем количество команд, одновременно работающих по городу, планируют увеличить. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские регбисты помогут сборной России в матчах чемпионата Европы. Шамиль и Магомед Давудовы вызваны на сбор национальной команды. 25 октября российская дружина начнет подготовку к ноябрьским матчам чемпионата Европы. 6 ноября состоится матч против команды Нидерландов, а 14 числа россияне сыграют с испанцами. Отметим, что братья Давудовы выступают за казанский клуб «Стрела». Они не первый раз вызываются в сборную страны. Магомед впервые дебютировал за нее в 2014 году, а Шамиль в июле нынешнего года. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч!